Друзья, всем привет! Снова я тут со своими подглядываниями за мастерами. Вот узрел, короче, у мастера, видите, в руках у него желтый перфоратор желтого цвета. Я частенько наблюдаю, у кого какой инструмент в арсенале, да, какие бренды. Вот в данном случае это американской фирмы перфоратор, называется Stanley. В группу компании Stanley входят такие инструменты, как DeWalt, правильное название, а не DeWalt, как многие говорят. Мы же не говорим на iPhone и iPhone. DeWalt. Вот. В эту группу компаний Stanley входят также Black & Decker, ну и ряд других каких-то там фирм, которые входят. Ну вот основное, вот эта фирма Stanley, это тот же самый DeWalt. DeWalt. И у Stanley это профессиональный инструмент. Многие ошибочно полагают, что это любительский, но это не так. И вот, друзья мои, мастера имеют в арсенале вот такой вот перфоратор в данном случае, американский. И вот смотрите, как он легко и непринужденно пробуривает бетон. Видите, раз. Вот, опаньки. И устанавливают на анкерный крепеж, устанавливают коврик. Вот такие клепочки анкерные. Специально там у них. Так что вот, друзья мои, вот у мастеров есть вот такие вот интересные инструменты. То есть это даже в арсенале у него даже не Interscale. И никакой не DeWalt или еще что-либо. Вот Stanley. Stanley, несмотря на то, что он собирается в Китае, это все-таки американская марка, и там официальный завод. Также Stanley в Мексике собирается. Вот. Ну и в каких-то таких европейских странах третьего уровня. Румыния, там Венгрия повыше уровень, да, вот есть венгерский. Но у нас они не представлены, у нас в основном Китай. Так что, друзья мои, вот такие вот мастера у нас и вот с таким вот арсеналом в своем распоряжении. Мощный перфоратор. Сейчас они быстренько ковер этот устелят, и люди не будут подскальзываться. На дворе зима. Приближается Новый год, 2020 заканчивается уже в конце-то концов, злосчастный 2020 год, и приближается 2021. Ну и я думаю, здесь уже можно начать, вот с этого момента, начать поздравлять с наступающим Новым годом. Так что, друзья, с наступающим Новым годом! Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Всем пока!